Сейчас будем совершать это уже служение, крещение. Те, которые заявили на это крещение, которые поверили в Господа нашего Иисуса Христа, отдали свои сердца и омылись кровью Его драгоценной. Крещение будет совершать брат Владимир Ильич, это пресвитер Михайловской церкви. А сейчас я попрошу всех встать для молитвы. Павлик совершит молитву. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим и славим Тебя во имя Сына Твоего, Спасителя нашего и Господа, возлюбленного Сына Твоего, которого Ты послал в этот мир, чтобы совершить это спасение. Мы благодарим Тебя, Господи, что это спасение совершается здесь на земле еще до ныне. Еще Твоя любовь и Твое долготерпение, оно пребывает над этим миром грешным и злым. Но Ты еще, Господи, находишь эти души, которые также, Господи, желают и веруют в Царствие Твое, и принимают его в сердце, веруют Тебя, Спасителя нашего. Мы благодарим и славим Тебя, Господи, что сейчас вот так же вот мы собрались на это священнодействие, которое Ты оставил, заповедовал для того, чтобы совершать это крещение водное. И вот также стоят эти люди, наши братья и сестры в белых одеждах. Они также желают заключить завет с Тобою и дать обещание Тебе служить доброй совести. Ты благослови, Господи, этот акт, это решение, чтобы в этом также служении прославился Ты, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Послушаем Слово Божье. Мы почитаем Слово Божье. Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, осужден будет». Это самое важное повеление, учим здесь на земле, верующим, детям Божьим, чтобы мы шли, неся Слово Божье, и проповедовали людям Евангелие. Евангелие – это благая весть о том, что к нам приходил на эту землю Спаситель Господь Иисус Христос, который своей кровью, своей жизнью искупил наше грешное человечество от грехов. И сделал он это для всех. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Умер наш Господь за всех. Пришел сюда, на эту грешную землю, чтобы спасти всех. Но, к великому сожалению, сегодня не все верят в нашего Господа. И сегодня мы видим людей в белых халатах. Я полноправно хочу задать вопрос вам, мои дорогие братья и сестры. Вы пришли сюда добровольно? Да. Вас никто сюда насилой не привел? Нет. Вы с чистой совестью, чистым сердцем сами сделали этот верный шаг в жизни своей. Да. Да. Нету здесь среди вас тех, кто не по своей воле находится. Нету. Слава Господу. Поэтому сейчас будем мы совершать это служение. Это служение, оно именно определяется тем добровольным шагом, который делает человек. Без принуждения. Сначала эти души услышали благую весть Евангелия, которая сказала им о том, что они грешники, что они погибшие. Затем Дух Святой обличил их в их грехах, они поняли, что они идут в погибель. В будущем их ждало лишь только одно – осуждение, возмездие за грех, вечная погибель, вечная смерть. Они приняли это Евангелие в сердце добровольно, поверили в Сына Божия, Спасителя Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте. Они поверили в искупительную силу крови, очистительную силу крови от грехов. И теперь они добровольно делают еще один шаг веры, это принять заповедь, которую повелел Господь, креститься. Сейчас мы приступим к этому служению. Пусть Господь всех нас благословит. Аминь. Так, крещаем, я тебя попрошу сюда немножко вперед подойти, да? Вот так вот, стойте, все, дальше не надо. Вот так, чтобы поближе оттуда могли подойти. Так. А одна туда подальше, чтобы пока не из воды выходит, чтобы лужи могли. Только аккуратно, старайтесь полностью прикрывать, хорошо? Попросим у Господа благословения. Прошу встать для этой молитвы. Небесный наш Отец, мы сердечно благодарны Тебе, что до сего места Ты, Господи, помог нам, что мы сегодня можем способны совершать это служение, Бог Твоих. Слава Тебе, благодарность, что Ты, Господи, некогда совершенно ничемных людей поставляешь на то, чтобы они сами из себя устрояли дом. Дом – этот храм, в котором обитает Дух Святой. Слава и благодарность, что мы имеем сегодня эту дивную возможность. И мы просим, Господи, чтобы Ты сам сегодня благословил, чтобы мы не начали это от себя, чтобы Ты, Господь, сегодня благословил это служение, благословил эту воду, благословил всех братьев и сестер, благословил всех, кто сегодня здесь присутствует, чтобы, Господи, все было во славу имени Твоего, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Володя. Володя, ты на эту сторону вот так поближе, подойди сюда. Еще один. Игорь, а ты на ступеньку где-то встань. Так, пожалуйста, сестры, проходите. Так, Оксана, вот, пошли. Это где ваша? Простыня. Простыня, никого? Да. Игорь, ты немножко дальше. Так, а это Катя будет там, а Оксана будет. Так, по этой стороне проходите. Вы вот так вот. Цепочкой будете проходить по этой стороне. Так, вот это место освободите. Отодвиньте сюда. Смотри, знаете, микрофон держи так, чтобы только звук был слышен, чтобы лицо не закрывало. Так?
Нет, чтобы звук был слышен. Я и дорогая сестра, дорогая сестра, верите ли вы, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий и ваш личный Спаситель? По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Так, освободите это место, отойдите все, отойдите. Дети, отойдите отсюда, проходите. Оксана, ты поправляйся. Так, мы следом. Только далеко не отпускаем. Дорогая сестра, верите ли вы, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий и ваш личный Спаситель? По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Все, вы проходите теперь. Что для Христа, что предал мне Христос, но видит воду святой, ты прибудь со мной. Дорогая сестра, верите ли вы, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий? Ваш личный Спаситель. По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий и ваш личный Спаситель? Верю. По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Христос есть Сын Божий. По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Повыше микрофон, чтобы могли попросить. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верю. По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий? По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий?
По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Так, еще, наверное. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий? Есть. По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Сейчас понравится уходить. Боятся. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий? По вере вашей крещу вас во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогой брат, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Дорогой брат, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Брат, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, твой личный Спаситель? Верю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. По вере твоей крещу тебе во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный Спаситель? По вере ваше крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Чего я
отрадаться, отрадаться, не все это все. Но другие-то не понимают. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий и ваш личный Спаситель? По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный Спаситель? По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный Спаситель? По вере вашей крещу вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. В этом и значение, что нужно погружение полностью. Да. Чтобы ничто не оставалось здесь живым для греха. Дорогая сестра, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, твой личный Спаситель? По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, твой личный Спаситель? По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Завершим молитву. Встанем для молитвы. Милосердечный Господь, ты сегодня строил этот праздник так чудно, и мы имели возможность совершить свою заповедь со всеми теми братьями нашими сестрами, что уверовал в тебя и пожелал принять это водное крещение. Благослови и дальнейшее наше служение. Аминь. Аминь. Можете проходить в молитвенный дом все. Давай,
остались до конца. Аминь. Там людей, которые такие красивые все были. Бабушки там, или молодые люди, все красивые, да, стояли. Я думаю, что все эти морщины, они были сглажены, куда они внимания не обращали. Все эти болезни, они были все забыты, и было так, как радостно у всех на душе. Действительно, Господь дает нам этот праздник. Это та цель, к которому стремится каждое истинное дитя Божие. Скорее возвратиться к Господу. Скорее получить эти дивные обетования, обещания. Я думаю, что если даже задать вопрос, кто не желает вот такой вот участи в будущем, я думаю, что здесь сидящие ни один руку не поднимет. Наоборот, мы все скажем, что да, мы туда хотим, мы туда стремимся. Это наша жизнь.